Всем привет, с вами Ник Горн, это Castle Story, и начну я немножечко с другого, с того, что с темных пятен на текстурках, вот такие вот темные пятна. И как помните, вот с этой стороны у меня были темные пятна, их сейчас нет. И как я решал проблемы? Я просто их копал. В том плане, что когда я немножечко прокапывал, буквально делал парочку дырок, то они пропадали. Но в данном случае я вот пытался, как видите, вот здесь, здесь сделал, вот здесь. Они не пропадают. Не знаю, по какой причине. Я только могу доказательство свое сказать то, что вот, вот здесь вот. Вот здесь их нету, как видите. Вот здесь вот прям их нету. А вот здесь вот они есть, к сожалению. И вот как исправить это, я не знаю в данный момент. Тогда я исправлял так. Конечно, вы можете просто вырыть все эти блоки, то есть, так сказать, там, потому что они реально, вот эти блоки просто почернели. Не знаю уж по какой причине. Ну ладно, давайте перейдем к моим, так сказать, продолжению моего копания. Вот так вот уже здесь вот отстроено. И, честно говоря, чем больше я делаю, тем больше становится каких-то неопределенных проблем по FPS. То есть FPS начинает проседать, притом проседать, так я бы даже сказал, ощутимо это делается у него, так прям таки. Строится башенка здесь, как я и говорил. Давайте попробуем в нее проникнуть. Вот так вот. Вот такая башенка. То есть с лесенкой, крутящейся лестница по кругу. То есть вот сверху вот так вот забираемся и вот сюда вот поднимаемся. Давайте вот, эту вещичку перенесем вот туда вот. И назначим ей уборку. Потому что здесь, как видите, очень много надо убирать. Я бы даже двоих назначил уборщиков, потому что убирать здесь поистине много нужно. Очень много кристаллов, очень много ресурсов. И вот так вот выглядит теперь мои копии Мордора. Со временем я здесь все очищу, и будет чуть-чуть по-другому здесь все. Пока что это строительная, так сказать, стройка и строительная часть. Поэтому я, ну, как бы не напрягаюсь над этим моментом. Как это выглядит изнутри? Вот таким вот образом. То есть копаю я по системе три колонны. И вот вглубь, дальше потом здесь будет больше колонн. И до предела вот так вот я буду докапываться. И потом я просто буду опускаться вниз. Буду вниз опускаться. И тем самым буду выкапывать свои шахты Мордора, и не получится, в конце концов, достаточно эпично будет это все выглядеть. В данном случае они закончили, по-моему, да, дальше уже некуда. То есть они закончили последний мой заказ. Вот столько камней есть. В принципе, надо начинать сразу следующий, потому что камни уходят очень быстро и очень быстро, я бы даже сказал. Но для начала я давайте сделаю одну вещь. Во-первых, давайте вот это вот сюда вот перенесем куда-нибудь поближе. Вот так вот, ладно, давайте сюда перенесем и поставим здесь, вот именно вот здесь вот прям таки. Вот здесь вот. Раз, два. Такие вот два блока, потому что, ну, как видите, прям уборщики, ну, не хотят никаким образом убираться. И исключительно эти два блока я поставлю для уборщиков, чтобы они здесь вот собирали блоки и, ну, так сказать, убирались. Дальше будем строить башню. Довольно-таки придется долго на это убить времени, но ничего, потихонечку, зато будет выглядеть симпатично и красиво. В принципе, здесь ничего сложного нету. Так, давайте вот так вот будет у меня, вот так вот. Ну, вот так вот. Пускай вот так вот будет как-нибудь. Ну и вот так вот, давайте, ладно. Ой. В принципе, здесь сейчас ничего, как бы, такого сложного нет. Просто мне нужно выравнивать, так сказать, мой уровень и все. То есть я просто сейчас буду поднимать башню до предела. До того предела, которого мне нужно. Но немножечко я сделаю иначе. В том плане, что
То есть где-нибудь вот этот вот, вот это вот как бы верхнее, ну вот, вот это вот закругление, оно поднимется где-нибудь примерно, примерно вот ну, до такого уровня, ну может быть до такого. Я попробую сделать, закруглить ее до конца, то есть будет как такая, такой край башни закругленный, вот, ну то есть вот с такой закругленной крышей. А вот здесь вот, вот здесь, здесь будет продолжаться вверх уже вот по этим краям, вот так вот, да? Вот здесь и вот здесь вот по этим краям вверх будет продолжаться башня. Уже она будет просто простой квадратный. И если я не ошибся в расчетах, да, то есть все правильно получается. То есть это у нас раз, два, четыре пролета, раз, два. Все отлично, все правильно я, значит, сделал. Четыре пролета, это как раз четыре лестницы вверх будет. То есть здесь таким же треугольничком, ой, не другой же, а таким же квадратом вокруг друг друга они будут бегать и подниматься. Так, вот я вижу проблему. Давайте его пошлем. Не знаю почему, но какой-то глюк происходит. Когда они спускаются вниз, они уже наверх не хотят подниматься. Не знаю, может быть, не могут они определить, что вот именно... как-то... Ну, в общем, не знаю почему, но они почему-то зацикливаются, останавливаются. Их что-то постоянно останавливает. Ладно. Ну и в принципе вот так вот. Так что есть, конечно, еще много вариантов. То есть пока что эта башня будет продолжать вот окантовку, всю окантовку вот так. То есть по такому периметру будет она продолжаться, 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 продолжаться. Ну и я так буду поднимать стены до того момента, пока вот здесь вот, крыша, вот эта крыша, которая будет вот так вот именно подниматься, прям вот до... Получается, где-то она вот здесь вот закончится. То есть до такой высоты будет башня как раз, где-нибудь здесь примерно как раз и закруглится вот этот край. То есть вот этот вот. Таким образом, в виде ступенек я буду делать крышу здесь. Да, я подумал, что, ну, это... Это должно выглядеть неплохо. К сожалению, как почему-то ребята, как сказать, ну не то что согрелись, а удивились моим фразам, то что я хотел бы, чтобы было больше контента, и тут же негодую, что лагает. Конечно, я буду негодовать, и мне будет что-то не нравится. Мне не нравится, что здесь лагает, мне не нравится, что здесь FPS падает, мне не нравится, что они тупят. Мне многое здесь не нравится. И я бы хотел, чтобы контент был, что при этом, при всем, меня же не останавливает в нее играть-то. Вот вся фишка в том. А мои пожелания к разработчикам, ну, они всегда будут, так сказать, безграничны. То есть я там буду хотеть такого, что просто вообще без остановки, так сказать. А, я понял. Я выгнал человека, он... Я сделал ошибку. Смотрите, вот два... Видите, вот о чем я и говорю. То есть я двоих послал сюда наверх. Но они, что-то пробежав там побегов, они остановились. Так вот, поэтому, ребят, не нужно так категорически относиться к моим словам. Мне не хватает здесь контента. В данном случае я бы хотел, чтобы здесь деревянные блоки были, или деревянная вот обшивка была, или черепица какая-нибудь была. Да? Но также, конечно же, я негодую в том плане, что вот они вот тупят и останавливаются, и не хотят дальше идти, и вот... Почему-то они спускаются вниз, сейчас спустятся, положат вот эти камни, которые подобрали, а наверх уже не поднимутся. Да, это мне не нравится, и я не знаю, почему мне, ну, не ругаться, так сказать, по этому поводу. Давайте еще второго делаем, чтобы пускай они все соберут, потому что, мне кажется, каждый вот этот кусочек, он тоже немножко подключивает, и FPS из-за этого тоже проседает. Так, в принципе... Сейчас вот закончат уборщики, а закончат они довольно-таки быстро. Я перейду к строить. Вот смотрите, что-то здесь не хватило, а здесь не хватило светящегося, ну, вот этого камня, потому что я здесь, как видите, ставлю вот эти вот светильники,
чтобы, ну, когда темно становится, ночь становится, здесь совсем очень плохо все видно, и поэтому я решил светильники поставить, ну, пускай бегает потихонечку. Я думаю, когда-нибудь он туда-сюда набегается. Так, давайте, во-первых, одного еще уберем и строителя переведем. А здесь мы продолжим, так сказать, копать. Но копать пока что я продолжу вот в ту сторону. Так, во-первых, нам надо перейти... А, я уже перешел. И главное тут не перепутать. Так вот, значит, копается вся линия. Если мы зажмем Ctrl и нажмем, то вот эти две части не будут копаться. Так, жмем раз. Значит, мне надо раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь, значит, я... Контролом убираю вот здесь вот две штучки, здесь две штучки, здесь две штучки, еще две штучки. И тем самым это обозначится колонны, которые будут поддерживать. И еще раз жму. Раз, два. Так, и вот еще вот так вот. И теперь я обратно в зеленый цвет превращаю их. Может быть, как-то можно по-другому, но я делаю именно так. Так, и теперь вот сейчас, чтобы выровнять, обратно вот так вот сделаем. Да, я опять неправильно сделал. Я немножко эту систему не понимаю, но как есть, так и есть. Вот так выравниваем, теперь делаем все зеленое. Опять так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь опять мы две колонны делаем. Два прохода делаем, опять на зеленый нажимаем, раз, два. А если я вот сейчас вот нажму на зеленый, то она вот именно вот эти вот блоки выкопает, по-моему же, да? Да, поэтому все правильно я делал. Я бы хотел, чтобы, ну, колонна выглядела симпатично. Вот так вот, вот теперь вот так вот, и все отлично. Пока что пусть будет так. Точнее, вот так вот, вот так, 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 вот так. Вот. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и дальше потом, когда понадобится, мне я буду еще делать колонны. Тем самым, как видите, вот земля обваливается вот до этого промежутка, в данном случае самый большой обвалился, не больше. Это, по-моему, нормально. Вглубь я какие-то подземелья не собираюсь строить или что-то в этом роде, так что нормально, мне кажется. Так, строительная часть, в принципе, закончена, то есть можно, так сказать, снаряжать их работой. В данном случае надо поднять, конечно, вот здесь вот. И вот здесь вот тоже нужно поднять. Ну, чтобы работалось намного лучше. И также я вот здесь вот приделаю лестницу. И вот здесь вот поставлю лестницу. Потому что я сейчас вот так вот разворачиваю и начну вот так вот делать еще один ярус. Еще один ярус, так сказать, моей крыши. Довольно, мне кажется, довольно неплохо будет смотреться, в конце концов. Так, отлично. Единственное, что, наверное, надо было вот здесь где-нибудь окошко сделать, да? Давайте попробуем. Вот сейчас мы пробьем здесь дырку. Ну, здесь оконце не получится, потому что там провал. Пробьем сейчас здесь дырочку и... Да, вот. И просто один блок поставим. Ну, или не один блок, а вот так вот поставим. Вот так. И появится одно окошко. Небольшое. Так, понятно. Все понятно. Значит, еще и блок не смог подержаться. Так. По-моему, неплохо. Единственное, что... Так как вот здесь вот сейчас в данный момент нету доступа моих миньонов, нету доступа, чтобы залезть и поставить блок. Давайте я вот так вот сделаю. Вот так вот. И просто здесь вот тоже лесенку такую строительную. Я еще раз повторяюсь, вот зря нету строительных каких-то лесов, которые вы временно... Ну, точнее, сами бы они просто строили. Ну, хотя нет. Я думаю, вот здесь бы были проблемы, если, допустим, вот здесь вот
не было бы лестницы, как бы они строительные со самого низа строили, что ли? Нет, ну хотя бы давайте так, чтобы можно было самому быстренько возвести, то есть поставить какие-то строительные леса, и, к примеру, они бы их перемещали, вот так. Или строили, то есть можно было бы с зажатым шифтом так вверх выбрать высоту, отжать, они их бы построили, потом на них нажать там, и delete, грубо говоря, и они бы их убрали. Вот тогда бы было вообще замечательно, удобно и быстро, на самом деле. Но вот здесь вот надо на первом как бы уровне надо все-таки окошек побольше сделать. Ну, по крайней мере, это будет симпатично смотреться. Особенно ночью смотрится классно, когда из окон идет свет, так ну, классно смотрится. Ну, вот видите, к примеру, не хватает по поводу контента, не хватает здесь окон. То есть каких-нибудь деревянных рам, к примеру. Или больших деревянных рам, тоже очень классно было бы. Потому что глупо, мне кажется, делать дырку. Ну, это так, окошко еще можно как-то так, ну, принять за окошко. А вот делать такую четверную дырку, к примеру, ну, как-то, ну, мне как-то не нравится. Не могу я представить вот это окно без... Ну, что это окно без окна, грубо говоря. Без рамы оконной. Вот так. Мне как-то сложно это представляется. Ну, ничего. Я надеюсь, все-таки у них все будет. Но, сразу говорю, ну, контента, конечно, не хватает. Прям вот разноцветные блоки. Хотя бы блоки просто разных цветов. То есть, ну, я не знаю, ну... коричневого цвета, более темного камня, к примеру, треснутый камень. Ну вот текстурки самые такие вот первые, чтобы можно было черепицу, элементарную черепицу сделать. Ну тоже классно было бы нескольких цветов. Я уж не говорю о тех там вещах типа лестницы разного цвета, там перила, двери, окна, стулья, столы. Это бы все было круто и очень симпатично выглядело бы. Такой составляющей, как фермы и тому подобное, лесопилки. Это тоже было бы очень круто и вообще шикарнейшим образом. Ну, как говорится, но. Так. Чё стоим? Кого ждём? Не знаю почему, вот... Какой-то вот глюк произошел, вот он стоит и не хочет. Как видите, прям видно, что подглючивает, то есть FPS проседает. А проседает он из-за того, что... Вот они там копают, из-за этого и проседает, собственно говоря. Не знаю, может быть, графику понизить. То есть FPS проседает реально. Я боюсь, что в какой-то момент я просто не смогу строить то, что задумал в таких масштабах, так сказать. Потому что если мы отведем, допустим, то, в принципе, нормально FPS. Все работает, все путем. Все отлично. Но вот здесь как-то... Также вот эти вот копии Мордора, да, как я их назвал, вот эти вот копии. То есть шахты Мордора. Очень классно сделано, очень симпатично, мне нравится, как получилось. И идея сама классная, но классно было бы, если бы какую-нибудь премию можно было бы поработить и рабочую силу именно рабов там каких-нибудь использовать. Ну, я и не спорю, да, там, ну, там... Это неправильно, это там некрасиво. Но это было бы интересно. Но все-таки, наверное, мои миньоны, они мирный народ. Так, давайте я вот попытаюсь здесь сделать пол. Так. Ну, давайте так. В чем проблема? Так. И туда. Так, так. Ну и, в принципе... еще я не понял, честно говоря, как пользоваться вот этой доской. То есть, куда бы я ни попытался ее вот прицепить, она у меня не цепляется. Ребят, если вы знаете, как пользоваться ей, и какие у нее есть нюансы, и как с ней работать, то напишите мне, пожалуйста, я очень буду вам благодарен, потому что не хватает вот обычного пола, к примеру, сделать. Этого, ну, очень не хватает. То есть, как видите, мне приходится камнем все покрывать, чтобы, ну, пол был хоть какой-нибудь, чтобы тут, так сказать, не только земля была, но и реально какие-нибудь интересные структурки. Так, 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 так. Ну, пол заделаем в любом случае, потому что я по-другому вообще не представляю, как здесь можно. Так, вот здесь вот у меня проблемка. Так, так,
Так. И... Так вот, так. Так. Так, так. Ну, в общем, пол понятно. А поле, в принципе, тут ничего и нечего добавить. Ну, вот в планах пока что такие вот моменты, что я буду строить эту башню, поднимать ее до самого верха, чтобы проход был. И я очень сильно, на самом деле, расстроюсь, потому что вот насколько я сейчас вижу, как они убирают, да, мусор сверху. То есть вот один уборщик есть, и вот он где-то до сих пор внизу тусит, потому что он там заглючил по каким-то причинам и не хочет наверх подниматься. Если такой же глюк произойдет, и то есть они не будут работать, там, поднимать материалы быстро, либо... не знаю, как-то тупить в проходах. Это будет очень печально, на самом деле, потому что я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы хотел, чтобы это нормально была, ну, нормальная башня, функциональная, то есть... Ну, идея, наверное, всем понятна, я уже 1000 раз о ней сказал. Надеюсь, я уже похвастаюсь в следующий раз хотя бы доверху доведу, потому что здесь все-таки сложная такая постройка. Закругление это еще придумать. Еще нужно будет сделать так, чтобы это все не упало. То есть здесь придется сделать не квадратную башню, а вот такой, то есть как бы мостик, что ли, вот как вот такой вот. То есть это тоже, конечно, нужно рассчитать. Но, скорее всего, я буду по 2 блока делать карнизом, карнизом, вот так вот, карнизом, 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 вот так вот, так, 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 так. Где-то здесь, наверное, остановлюсь, ну, и с другой стороны можно будет всегда, ну, догнать, так сказать, дотянуться. В принципе, несложно, мне кажется, будет. Посмотрим, посмотрим. Отлично, он... То есть он последний раз, когда он сюда, уборщик, поднимался, собрал, он пришел, он даже не сложил предметы. Как-то странно, я не понимаю, почему так происходит. Ну вот он, а, вот, так вот, выложил, и все. То есть сейчас ему нужно вот именно подняться наверх, чтобы... Обратно, ну, не знаю, почему так происходит, на самом деле. Мне кажется, то, что здесь очень много, ну, это мое предположение, то, что очень много туда-сюда ходит миньонов, и у них вот это, как сказать, не могут они прогрузить такое большое количество, как сказать, ходьбы, то есть, чтобы определить, как кто должен ходить. Ладно, эти кристаллы потом надо будет отнести наверх и... чтобы еще несколько возродить нескольких миньонов потихонечку. Но останавливаться строить нельзя, потому что иначе будет переизбыток камня в данном, в нижнем уровне. Можно, конечно, настроить еще, но все равно не хотелось бы мне, чтобы это произошло. И что у нас, кстати, по поводу... Вот он стоит. Он у нас один. И вот что-то он здесь стоит. Я не знаю, что он здесь стоит, честно говоря. Он притащил кристаллы, но... Точнее, он взял кристаллы, но вот обратно дорогу он не нашел. Вот я и говорю об этом, что глюки, глюки, еще раз глюки непонятные. Вот что вот он не нашел? Все же нормально, он, главное, прибежал туда, но обратно вернуться не захотел. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, потому что игрушка очень интересная, ну, сами видите. Хоть я и критикую ее... изо всех сил, но она мне нравится, и в ней интересно, вот строить, интересно проектировать, интересно вот застраивать вот эти, даже вот как придумать пол здесь, как вот придумать башню, как вот придумать лестницы, как тут я строил, чтобы вот этот уровень здесь правильно перешел. Все это интересно, также переходите по ссылке, которую вы найдете в описании, в мою группу, в которой вы найдете множество интересной информации. Ставьте лайки. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.